Жители Йошкар-Олы обсуждают в социальных сетях возможное падение метеорита и синюю вспышку света, которую можно было увидеть в небе в среду вечером. Пользователи поделились кадрами видеозаписи, сделанных с видеорегистраторов. Схожие явления обсуждали также жители Уфы, Перми и Казани. Как рассказали нам астрономы-любители, причиной этому явлению, а речь идет о метеоре, стало вторжение в атмосферу Земли небольшого метеорита диаметром около 1 метра. Судя по имеющимся в сети видеозаписям, длительность вспышки составила около 5 секунд. Это может означать, что метеорит вошел в плотные слои атмосферы под большим углом относительно горизонтали. По некоторым предположениям, метеорит вошел в атмосферу на скорости 20-30 км в секунду, а значит, не стоит ожидать выпадения крупных фрагментов метеорита. На территории от Ижевска и до Йошкар-Олы многие люди были свидетелями того, как по небу пролетал яркий объект. Метеорит, ну, предположительно, он был диаметром около 1 метра. В Татарстане даже хлопок слышали, в Рангинском, Мартинском районах тоже. И если этот метеор полностью не сгорел в атмосфере, то что-то могло упасть немного южнее Йошкар-Олы. В частности, вот в районе Нольки, Новотроицка, Сидорова. На Землю падает много космического мусора каждый год, но обычно это мелкие песчинки, а камни такого размера. И в населенных местах падают не очень часто. Мы думали, что это связано с метеорным потоком Леониды, как раз был максимум в ночь с 17 на 18 ноября. Но уже вот сегодня люди строили карты, сопоставляли с тем, как обычно в это время падают метеоры, которые связаны с этим метеорным потоком, и поняли, что нет, это что-то другое, какой-нибудь железокаменный метеорит, предположительно. Его можно, в принципе, найти с помощью металлоискателя, если что-то действительно не сгорело и упало на Землю.